Рабочая группа по рассмотрению петиции об отмене единого часового пояса продолжает обсуждать все «за» и «против». К примеру, биологи считают, что те неудобства из-за изменения режима, на которые сейчас порой жалуются казахстанцы, это временное явление. Они говорят, что для адаптации нужно некоторое время. Организм привыкнет. Мы очень пластичные, мобильные, быстро приспосабливаемся. Этот час никто не забирал. Если мы раньше встаем, то просто раньше ложимся. Напомню, петиция об отмене единого часового пояса на территории Казахстана в начале нынешнего месяца набрала 50 тысяч голосов. Сразу после госорганы заявили о том, что документ будет рассмотрен, как и положено по закону. Сейчас он проходит первый этап обсуждения специально созданной рабочей группой, пояснил уже министр торговли и интеграции. При этом Арман Шакалиев заявил, что каждый довод, который приводят участники комиссии, аргументирован, а дискуссии происходят без лишних эмоций, обвинений и в атмосфере уважения.